В XI веке в Печерский монастырь поступил один богатый киевлянин, раздавший все имение свое нищим. Звали его Евстратий. Смиренно он проходил послушание, строго молитвенное правило исполнял, дни проводил в постничестве и воздержании. А когда в 1096 году на Киев напали половцы и разорили Печерский монастырь, преподобный Евстратий был вместе с другими иноками и киевлянами захвачен в плен и продан в рабство корсунскому иудею. Богопротивный еврей стал принуждать пленных отречься от Христа, грозя голодной смертью в оковах. Но мужественный инок Евстратий укреплял дух соплеменников своих. «Братья, кто из вас крестился и уверовал во Христа, пусть тот не изменяет обету данному при крещении. Христос возродил нас водой и духом, искупил нас от клятвы закона своей кровью и сделал нас наследниками своего царствия. Если живем, будем жить для Господа. Если умрем, умрем в Господе и временную смертью, обрящим вечную жизнь». И люди под наставлениями преподобного предпочли умереть от недостатка воды и питья, но не отречься от Христа, ибо Он и есть пища и питье вечной жизни. Через несколько дней все они умерли от истощения, и только Евстратий остался жив, ибо привык с юных лет поститься. А еврей, увидев, что из-за проклятого чернорисца пропали все его деньги, уплаченные за пленных, решил отомстить святому иноку. На празднование иудейской Пасхи, собрав своих друзей, иудей распял на кресте преподобного Евстратия. Они поносили и мучили святого, а он на все это отвечал: «Великой благодати сподобил меня ныне Господь. Он даровал мне милость пострадать за имя Его на кресте по образу Его страданий». Разгневавшись на эти слова, еврей-мучитель схватил копье и пронзил пригвожденного к кресту страстотерпца. Святое тело его было брошено в море, и промыслом Божьим было обретено позднее в пещере, нетленным и источавшим множество чудес. А кровь святого мученика была тотчас же отомщена. Нечестивого еврея и других повесили на дереве за мучения христиан, тем самым воздав справедливое возмездие за беззаконие. Десятое апреля. День памяти преподобномученика Евстратия Печерского.